Բարի առավոտ, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք հյուրասրահում ենք և ինչպես խոստացել էինք, մեր հյուրերը այստեղ են, շատ հետաքրքիր թեմայից ենք խոսելու, որովհետև նրանք էլ բավականին հետաքրքիր մարդիկ են։ Այո, նրանք տարբեր ռուսական նախագծերում և իրենց գործնեությամբ բավականին հաճախ նրանց անունը հնչում է, ու մենք շատ ուրախ ենք մեր հայրենակիցների հաջողությամբ։ Նրանք արդեն տեղափոխվել են Հայաստան և նաև պատրաստում են Եվրատեսիլին մասնակցել, տեսեք ինչքան հետաքրքիր է ամեն բան։ Սիրով ներկայացնենք մեր այսօրվա հյուրերին, տաղավարում են հայր և որդի Արությունովները, երգիչ, երաժիշտ, երգահան Նիկոլայ Արությունովը, դոբրե ուտրը, դոբրե ուտրը, բարև ձեզ, լավ եք, լավ եք, как дела, ну да, все хорошо, да, в принципе, о чем думали, я забыл, все хорошо, кроме того, что я забыл выключить телефон, все, понятно, это звонят сказать, ты в прямом эфире, смотри, Երգիչ Սերգեյ Արությունովը, բարի լույս, ձեր մոտ ամեն ինչ լավ է, ձեր հեռախոս անջատված է, телефон работает, да, 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 конечно, он даже спрятан, он спрятан за экраном, да. Եվ շատ սիրված հաղորդավար, մեկնաբան, ռեժիսոր, մեր շատ սիրելի ավակ կոլեգա, մեր ավակ ընկեր Կարեն Քոչարյանն է մեզ, բարի լույս, բարի լույս, բարի լույս, ինչպես եք, հրաշալի, այսինչ լավ հյուրեր ունենք, ո՞նց է ստացվել, որ դուք եք որոշեցիք գալ Հայաստան, ձեզ հեռուստադիտողները ճանաչում են ռուսական շատ հայտնի նախագծերից, вы были в Армении, да. Мы очень благодарны нашему другу Карену Кочеряну, который нам сейчас поможет со всем этим. И получилось очень просто. Просто дело в том, что мы, это наша родина, и я говорю сейчас за нас двоих. И так получилось, к сожалению, что мы родились в Москве оба. Но это результат сложностей, которые были. Наш дедушка был вынужден уехать из Армении в Москву. И поменять фамилию. В 15-м году. Это был 15-й год. Да, понятно. Да, поэтому. И сменить фамилию с Террарутюнян на Рутюнов. Но мы здесь, дома, и мы хотим здесь бывать все больше и больше. И для этого в том числе мы здесь. Спасибо вам огромное за приглашение. И еще для этого мы подали заявку на то, чтобы представить нашу родину на конкурсе Евровидения. Это будет буквально через пару недель, этот отбор. Это будет внутриармянский отбор, в котором, ну, что мы сделали? Мы написали песню, которая, на наш взгляд, и на взгляд наших коллег и друзей, максимально подходит для самого конкурса. А в каком стиле песня? Это стиль называется «Стиль Евровидения». Понятно. Это правда так, потому что... Очень важно понимать для музыкантов, что на Евровидении существует свой стиль, свой формат. И чтобы на Евровидении занять хорошие места, желательно первое, конечно, если представлять Армению как по-другому, то для этого нужно попасть в этот формат. Это мы и сделали. Ճիշտ եք ասում, բայց մի նկատառում եմ անեմ, որ տարբեր տարիների ընթացքում, օրինակ երբ հաղթողներին ենք տեսնում, շատ տարբեր են. Հիշենք Նիդերլանդները, ովքեր ռոք ժանրը, Ֆինլանդիան, ներողություն եմ խնդրում, կամ չգիտեմ, մյուսը ավելի փոփ ժանրում, տարբեր տարիներին տարբեր ակտուալություն է, պարոն Քոչարյան կխնդրենք մեզ օգնել թարգմանությունը. В каком году что может выиграть, да. Так что один раз Финляндия, другой раз Нидерланды, там, я не знаю, свой стиль каждый раз бывает какой-то. Да. Но в общей сложности, в принципе, я думаю, есть, стиль есть. Конечно, конечно, есть свой стиль, безусловно, но там уже есть тонкости, да. Тонкость нашей песни, я так говорю все время за нас двоих, но вот папа знает, в чем тонкость нашей песни, потому что он ее написал, я помог. Шадляв, мечта айспес пор вортин хосум эскузбум хэто хайре? Впервые вот... Всегда так? Сын говорит, а отец молчит. Нет. Нет, не всегда. Обычно... Сын говорит еще больше, я молчу еще больше. А потом ремня, это называется, ремня. Папа достает ремень. Да, да, да. Дома это все, это дома. Парон Арутюнов и Этель Хосенк, ничпез я говорю, нежде Тель Арутюняна, Дарцав, Николай Арутюнов. Дзеранун, нежде, че, я говорю, ваше имя? Дедушка. Ваше имя, да. Да. Так получилось, что вы стали Николай. Это результат, может быть, такой ошибки. Дело в том, что мой дедушка, его звали Нжде, Тера Арутюнян.
Когда он приехал в Россию, он стал Арутюновым. Он был маленький совсем, один. Все остальные его родственники погибли. И он, наверное, я точно не знаю, но ему было сложно. Он вначале приехал в Ростов, потом в Москву. Потом, наверное, людям сложно было... А мой прадедушка Егише. Угу. И сложно было русским людям, наверное, выговаривать Нжде Егишевич. И, значит, его адаптировали, и он стал Николаем Евгеньевичем. Угу. И меня назвали в честь дедушки, но назвали уже Николаем. Угу. Хотя, по идее, Николай – это Николос. Николос. Так что, если вы меня будете называть Николос, я буду отзываться. Кстати, ваш дедушка тоже музыкальным человеком был? Нет. Нет, он был инженер. Судя по тому, что я знаю от отца, он был незаурядный человек, способный. И, соответственно, значит, был причастен ко всем потрясениям, которые переживала Россия в то время. Он участник финской кампании 1939 года, 1940-го. Там он выжил, а вот под Москвой он погиб в 41-м году. Шадо, веке хосенк ай нахагыцэри масин, вор Русастану маснакцэрэк, проектнэрин, голосны, один в один. Папнэк ай нахагыцэри масин, дук нэрси мартэк, внутри там вы работали как-то, участвовали. Что происходит там? Это легко или трудно? Как вообще участвовать там в голосе или в один в один? Ну, в голосе было... Можно я, да? Подожди, я подумал. Я быстро подумал. Я еще ничего не решил. Я еще ничего не решил. Помни всегда об этом. Ну, на самом деле, в голосе было проще, потому что в голосе мы были вдвоем. В один пел я один. Я пел «Still loving you». Вот, а папа поддерживал. А в голосе... А сейчас можем повторять вот этот кусок? Вдвоем бы пели, наши телезрители интересны, они будут... Какой из... Ну, какой? «Still loving you». Подожди. Хорошо. Лучше я тогда. Давайте я уточню. Давай, я уточню. Дело в том, что мы вместе случайно пели в голосе дважды очень мало. Это было практически импровизация. Я пел в голосе 60+, ну, для тех, кто видел Ленина, это конкурс. А Сережа пел для тех, кто видит, вот, так сказать. Ну и, короче говоря, просто было две импровизации, где мы спели вместе, и дальше мы пошли своими путями. Это два разных конкурса. Голос и голос 60+. Одна из них Mercedes. Mercedes-Benz, да. О, Lord! Won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. С утра тяжело. С утра тяжело. А, кстати, я видела... Heart all my lifetime. Wow! My friends. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town. I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night, whoa, on the Yerevan town. Իդեպ նախորդ օրը մեր ընդհանուր ընկերոջ հետ Վալերի Սարյանի հետ երբ զրուցում էինք, նա ասաց, որ եղել է Սկարպիոնսի մեծ ֆանատ և կարծում է, որ ձեր ելույթը գոլսում ձեր մասնակցությամբ ավելի ուժեղ էր, քան օրիգինալը. Если можно. Валера Саарян сказал, что ты лучше Скорпион споет. Да, в общем, лучше спел, чем Скорпион. Ваше выступление было намного сильнее, в голосе было намного сильнее, чем выступление. Оригинал Скорпион. Я Валере доверяю абсолютно. Он всегда прав. И я посмотрела, реально суперский. Здесь Арсененко, Харри Борти, шат хэтакркир дуэте, шат хэтакркир мартикен, пайцар гуйнерёв, хэляшари тавиаднерёв. А ինչ եք կարծում Հայաստանում նրանք ինչ պետք է անեն և ինչով եք փորձում նրանց օգտակար լինել։
Ես կարծում եմ առաջին հերթին Հայաստանում նրանք պետք է երգեն, քանի որ նրանցից դա է սպասվում, իսկ ինչ վերաբերվում է նրանց հայրենասիրությանը, ես պետք է ասեմ, որ իրոք երկուսն էլ անչափ հայրենասեր անձնավորություններ են, դրա փաստը միայն նա է, որ ինչպես եմ ես Սերգեյի հետ ծանոթացել, դա եղել է անցած տարի, Սերգեյը բազմիցս Մոսկվայում մասնակցում է բարեգործական համերգներին, ընդ որում բարեգործական համերգներ ի նպաստ Հայաստանի, և հենց այդտեղ անցած տարի մենք ծանոթացանք մի բարեգործական համերգի, որը ես վարում եմ և սցենարի հեղինակն է, այն նվիրված էր Շիրակի մարզին ամբողջությամբ, որտեղ ներկա էր մարզպետը Շիրակի Տիգրանը Պետրոսյան և Սերգեյը այնտեղ ելույթ ունեցավ, այնտեղ էլ ծանոթացանք, ընկերացանք և որոշեցինք, որ անպայման պետք է գա Հայաստան։ Եվ ստացվեց այնպես, որ Հայաստան եկավ հենց Եվրատեսիլի համար, այն ժամանակ արդեն կային մտքեր, Եվրատեսիլի, բայց ստույգ չէին մտքերը։ Եվ ես կարծում եմ, Երասկազուկակում պազնակոմի լի ստաբոյ, ոչի, բայշոյ պատրիոտ, Նիկալայի հետ ցավոք սրտի անձամբ ծանոթ չէի և վերջերս Մոսկվայից մի հաղորդում էր գնում, այնտեղ տեսա իրեն եթերում, ուղիղ եթերում, как называлась эта передача, которую я, Николай, видел в прямом эфире? Насчет СССР что-то было. Рожденные в СССР. Я не знаю, айо хамергов Hayat Music Hall-ում լինելու է համերգ Երեկոյան. Я не знаю, может быть, у вас гюмрийские корни какие-то? Вы очень любите Гюмри вообще. Да, мы уже решили, что да. Уже? Да, потому что из Гюмри наша коллега, девочка, ее зовут Милен Коронян, которая нашла меня. У которой феноменальный голос. Да, она рекордсмен России официальный. И она обалденно поет. Она нашла меня после шоу «Голос» как поклонник. Пришла ко мне на концерт, и выяснилось, что я тоже ее поклонник. И вы вместе спели, кстати, вашу песню. Мы спели вместе вот ту самую песню, которую я пел в «Голосе». Зерен Таникум, Миан Еркусов, Геркум, Харь Еборти, у вас семья... В семье вы вдвоем только поете? Ну, теперь Милен с нами, она теперь наша сестра, поэтому теперь настрой. А так, да, только папа. А мама? А мама вот нам... Наша мама? Да. Нам еще и мамы не хватало. Мама нормальная. С мамой все хорошо, она не поет. Она Майра Хайтли Вертинский на ритомице. Мама приедет. Мама приедет через неделю. Бать, ворошили Хайстану Мапрель. Вы решили остаться в Ереване и жить здесь? Нет, мы маму решили оставить здесь. Конечно. Мы, наше слово, которое мы часто очень употребляем, это слово «репатриация», потому что мы бывали здесь много раз. Папа здесь выступал 30 лет назад. И... А в каком зале? Вот вы понимаете, Карен, с этим путаница. Забыл. Мы выступали, вот как я сейчас... Это очень давно было, да? Это был рок-концерт. Ну, это я выступал с группой «Лига блюза». Может быть, что-то... А может, на «Голотреке» это было? Нет. Это было в каком-то спортивном комплексе на горе. И, возможно, вот этот вот, который мы проезжали... Это 10 лет назад, то это главный наш спортивный концерт и комплекс «СКК». А он не назывался в свое время имени Юрика Варданяна, нет? Нет. Или он там был его шефом, я не помню, что-то. Вот мне отложилось... А другого нет, да, большого там? На горе нет, во всяком случае. Это он. Ереви Хамалирю. Ереви Хамалирю. Рядом с мемориальным комплексом. Да, скорее всего, да. Вы хорошали, я даже такая тяжак, у меня фанк, рок, блюз, сол, короли, я спазь, я картвель. Инца, так же, Кире, у меня кима, жамана, как и дера же, что тян мочинчек в лесу. В современной музыке что вы слушаете, кроме того, что вы любите? В современной музыке я слушаю блюз, фанк, соул и рок-н-ролл. Ну, да, папа это корневой музыкант, и меня всегда воспитывал тоже на корневой музыке. Но я чуть-чуть
иду шире, и, например, те же Scorpions, это музыка вечная, это конечно, и классика, конечно, и конечно. Современно. А, в том числе поэтому я выбрал Scorpions для того, чтобы петь их в шоу «Голос», mm-hmm. потому что это универсальные, великие песни. А в общем, вам легко работать вдвоем, отец и сын? Мне лично, сейчас сначала я первый отвечу, да? Конечно, сначала мне вдвоем легче, чем без папы. А сейчас с Кареном втроем вообще я сижу в такой атмосфере классной. Так, а теперь ты скажи, пожалуйста. Ну, это интересно, по крайней мере. Это, по крайней мере. Это мало кто делает. Или обычно люди выводят трогательно на сцену малыша или малышку, и вот что-то с ним там поют. Но все понимают, что это такой выставочный номер, трогательный. Здесь полноценный дуэт. Или Сережа присоединяется к моей нынешней группе, она называется Funky Soul, yeah. да, из которой я очень мечтаю приехать в Ереван. Я буду ждать. И там поет одну мою песню на русском языке, фанк. Mm-hmm. Фанк на русском, представляете? Это, не, жанр. Это просто фанк на русском, вот как не ты? Представляю бывает, я, бывает если такое, честно. Да. Бывает, да? Бывает, да. Ну, я это делаю. Кстати, о текстах. На русском, сейчас скажем. А. Вот. Или я к Сережиной группе присоединяюсь и пою с ним 2-3 песни. А какая группа у вас? И в том числе Лига? Его. Лига, названная в честь папиной Лиги, Лига Блюза, конечно. И в том числе одну его песню авторскую. Ну и несколько мы поем там классических композиций, рок-н-ролл, там вот Mercedes Benz. Это любопытный опыт, людям это интересно. А тексты? Сергей, хотя бы про тексты, ага. да? Про тексты, давайте это тоже расскажем. Наверное, вам будет интересно узнать, что большинство моих русских текстов, не все, а большинство, и для группы «Лига Блюза», и для группы «Фанки Соул» написал Карен Кавалерян. Угу. Человек, который здесь, я думаю, очень хорошо известен. Да. А он мой друг. Все... Всю жизнь. Сергей Мезасек, ինչ պիսին է ձեր պապան, երբ երիտահիմայել է շատ երիտասարդ, ոչ մեկ չի կասկացում, կարդյուկ ում գուլ կարդյուկ ում մալադոյ, ոտ սչաս смотришь, стильно одевается, модные там очки. Папа не меняется. Да. Папа не меняется. Как было, как конечно, было. Конечно. Но я могу добавить, что, конечно, папа сказал по поводу того, что мы выступаем дуэтом. А, так было не всегда. Раньше я действительно вот был маленький и не поющий. Но папа меня даже не брал с собой на сцену. Он, значит, говорил, вот запоешь тогда. Вот. И, конечно, я всю жизнь мечтал быть как папа, быть с ним рядом. Это, мне кажется, самое правильное такое вот желание отсюда. И пришло время, вот это удалось, и это огромное счастье для меня. И первый раз официально вот в эфире мы сделали это в шоу «Голос». И, честно говоря, ну, нам очень приятно то, что это понравилось, что люди отреагировали на нас. И здесь мы это знаем, мы это видим. На улице мы встречаем людей, да, которые узнаем. Нас узнают именно как отец и сын. Отец и сын. Это жутко приятно. Это была моя мечта. Она сбылась. И мы ее продолжаем теперь. В нашей заявке для Евровидения. Շատ զիլ է ամեն ինչ եւ հիմա քանի որ մեր ժամանակը արդեն քիչ է, ես մենք չենք կարող ձեզ բաց թողնել եւս մեկ երաժշտական հավաքչ լսելով։ Անպայման, Սերգեյ, масса требует ещё раз что-нибудь. Да, да. Как-то адреналин. Можно, пожалуйста. Как-то импровизацию можете делать? Ну, опять я, да? В 12 часов голос спит. Мой. Сережин голос не спит никогда. Давай, потому Сережа. Что я не сплю тоже. Rust never sleeps. Ну, та песня группы Scorpions, которую я пел в шоу «Голос», это была песня «Send me an angel». The wise man said, just walk this way till the dawn of the light. Wind will blow into your face as the years pass you by. Here I am. Will you send me an angel? Here I am in the land of the morning star. По-моему, еще один человек там внутри у него поет. Я тоже это услышал. Ну, только я так и хотел. Я вам говорил, голос с утра
может давать побочный эффект. Да, такой утренний. Ну, вы же пожалеете моего сыночку. Очень хороший голос. Да, и как он, Хаипес, че вор вортун верабервум, а вор эмбрасма потерялся мальчик, ему 40 лет, плачет мама, плачет папа, гагулика нет. Вот это, хаэра мишт, еран зереханари ничкан мецанум, энче мишт? А, указ, указ. Гагулика. Кани вор. Ничкан, кани ценогат кохкат кат, вереха. Ду ерехаэр, да, айо. Хантрэм. Инц хэтакркир эр артэн, инч акэнкаликнэр унэк архасарак, айстэгит зэр горцнэуцюниц. Ев, ворнэ дзэр еразанка, как и у вас мечты здесь в Ереване. Какие ожидания у вас есть от деятельности в Армении? Ну, я могу сказать, да? Конечно. Мы сейчас пока не говорим о грядущем отборе на Евровидении, да? Вот лично я хотел бы в Армении бывать как можно чаще. Я вам скажу, пользуясь вашим эфиром, просто вот конечно, цинично пользуясь вашим эфиром. Мне обидно, что все мои друзья в Москве, с такой же, как у меня фамилией, здесь бывали десятки, сотни раз. И Андрей Давидян покойный, и Мариам Мерабова, и Сергей Манукян. Мариам и Сергей – это мои друзья. Ну и Андрей тоже был, к сожалению. И Армен Григорян тоже здесь, у него, кстати, здесь и жилье есть. И я бы в конечном итоге, конечно, хотел бы то же самое иметь. Но главное, я хочу здесь выступать. И мне непонятно и обидно, почему этого не происходило. Я был с гастролями здесь всего один раз, еще при коммунизме, это 90-й год был. Но это вообще разве, ну как не стыдно? Yeah. Вот. Исправим эту ошибку. Мне это нужно. Мне это нужно. Вопрос денег стоит на втором месте для моей группы и на десятом месте для меня. Я знаю, что такое армянская аудитория. Вот это то, что мне нужно. Это люди, которые лучше им, как бы это сказать. Я видел, когда мы были здесь, был сборный концерт 30 лет назад, и я видел, что если ереванская аудитория артиста не полюбила, это очень плохо. Да. Но если армяне тебя любят, они сердце открывают так, что ты сходишь с ума, начинаешь. Просто, и это такой всплеск энергии. Я очень этого хочу. Так что... Մեր ժամանակը մենք ձեզ հետ անսահման կարող ենք խոսել, բայց ավարտել ենք։ Ձեզ մաղթում ենք աշխարհամեծ հաջողությունները, լավ օր, լավ դրամատուրգիա։ Լիքը համերգներ Երևանում, Գյումրիում, մեր տարբեր քաղաքներում, սակայն մեր հյուրընկալվելու համար։ Մեր հյուրընկալված, դե հետո Սաթենիկի հետ կամփոփենք մեր ուտեստը հաճախել։ Եվ Վիկտորինայի հարցը պետք է նաև։